Потому что там будет большой хор, уже там пусть 40 человек своя, и потом бар уже академическая сопранка и т.д. Слово языка. Мощно! Если можно. Конечно. Если можно, скажите, Димаш, ты что? Без проблем. Без проблем, Димаш. Сам концерт. В общем, надо. Если этот момент обсуждали, кто будет дирижировать, и Руслан Агамзин везде, он такой... Блин, это все, это выше. Это моя школа. Да. Так что, благодарен всем. Все, спасибо.